Новый учебный год начался, дети сели за парты. Но это не значит, что родителям больше не придется возвращаться к покупкам школьных принадлежностей. Несмотря на то, что сезон скидок на канцтовары уже прошел, обязательные атрибуты ученика еще можно купить с выгодой. Наш корреспондент подскажет, как это сделать. Покупка канцтоваров – дело постоянное. Обновлять рюкзак школьника приходится на протяжении всего учебного года. В последний месяц лета магазин «Банди Игрушка» дарил своим покупателям скидку – 40% на всю продукцию. Тем, кто не успел воспользоваться выгодным предложением, руководство торговой сети дает второй шанс. 3 дня распродаж в этот раз, минус 40% на нашу продукцию. Будут для вас открыты все кассовые аппараты, все продавцы в выходные дни будут работать, вас ждать и будут консультировать. Скидка распространяется на все, от самых мелких канцелярских принадлежностей до игрушек и подарочных наборов. Кстати, задуматься о покупке презентов на Новый год 23 февраля и 8 марта родительским комитетам стоит именно сейчас. В магазине огромный выбор идей. Вот, например, набор первоклассника, включающий в себя 43 предмета. То, что нужно первокласснику, начиная от ручки до тетрадки, пластилин, гуашь, акварель, карандаши цветные, фломастеры на водной основе для самых маленьких, которые ассоциируются с одеждой, с рук. Приобрести такой набор выгоднее, чем покупать предметы по отдельности. А если сделать это с 25 по 27 сентября, то получится двойная экономия. Впрочем, у родителей школьников всегда найдется повод заглянуть сюда. Череда праздников уже не за горами. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.